жертвами торнадо, обрушившегося на штат Северная Каролина на востоке США 16 февраля, стали 3 человека. Не менее 10 человек пострадали. Торнадо нанес большой ущерб прибрежному городу округа Брансуик. Местные власти сообщили о разрушении и затоплении множества домов в регионе. Местами произошли перебои в подаче электричества. Сотрудники спасательной службы Брансуика проводят поисково-спасательные работы. Есть опасения относительно роста числа погибших.